Трех дней со студентами консерваториями и педагогами консерватории занимаемся уборкой снега, чистим Радищева, чистим территорию около консерватории. Вот сегодня вышли на улицу Волжская. А почему вы вышли вот суббота раннее утро? Ну, легко сидеть дома на кресле, читая новости в интернете и говорить о том, какой Саратов загруженный сильно снегом. Проще выйти самим немножко помочь и сделать наш город чище и лучше.